Стримку, кстати, кто может объяснить, почему 40 кадров вот у меня показывают, да? Я, то есть раньше играл на 100 с лишним кадров было, сейчас те же самые настройки и мало кадров, и даже если понижаешь, ничего не меняется. В общем, дрифт в городе. Как это бывает? Давай сразу на реалистичную. Попробовать сначала на Жигулях, потом не на Жигулях. Интересно, что покажет, как, что, как. В общем, трафик собирается, все дело по делу, едем. Как это, ну, любят же, типа, молодые пареньки на Жигулях тут сдавать. А мы так же, типа, оп-оп. Давай-давай-давай-давай. На первую, на второй. И на второй что-то не тянет. Честно. Давай на первый. Вот так вот. Ну да, если гравитацию поменял, наверное, тянуло. О, конечно, никуда не уложился. Уровень. О, а вот это вот пройти можно же. Звук какой. Ой. Что-то я тут это... Да ничего, нормально все. Почему? А, не, нормально, нормально. И как истинно вот эти хочу с места сразу надо сваливать. Но на самом деле так нельзя, если что. Это не по закону, некрасиво вообще. А сильно вообще она бьется, нет? А, Жиги ничего. Ну, там советский металл просто. Понимаешь? Советский металл. Ладно, давай что-нибудь такое. Минут приземленная. Дрифт. Тонна 675 весит. Машина. Ой, немножко нажать. Поехать можно было. Свет включим сразу. Ну, в принципе. То есть сразу видно, что дрифтить мне легче. Кабру больше. Двигатель заглох. Ау, это было больно. Так вот, хоп, между машинами. Хова. Ой. Фу, уже подрезал. Тут, сейчас смотри, красивый разворот. Красивый разворот. Давай вот так. Вообще-то я думал, нормально захожу. Понял. Давай а то в другую сторону. Ни разу там не было. А вот так-то красиво. Можешь смотреть как-то. Очень даже ничего. Смотри. Красиво дрифтит. Вот так вот. И это на клаве. Ай. Ой. Это было больно. Но нормально. Машину. Ну нет, я уже не сяду. Да, это знаешь, как американский какой-то там чувак, типа, крутой такой, на машине в школу ездит, вот не такой, как. А вот это сейчас жестко будет. Ну да, там все, там двигатель хана, конечно, у него. А у нас-то нет. Нам-то что? Мы вот так сделали и поехали дальше. Даже не мешает. То есть то, что тут разбилось тогда, как развал тебе, вообще не мешает. Так же стороны в сторону. На третий даже. А, нет, подпрыгивает. Ну и ладно. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Раз кого пугаешь. Красиво. А почему двигатель у меня хана? Это не я был. А двигатель Архана в том, что он все время в отсечке, но ему он не перегревается. Ау. Не справился. Ну давай попробуем нормально. Не как его руки какие-то нормальные. Давай. Оп.
А у меня задний привод. Нет, это слишком был. Ты что, смеешь, что ли? Давай нормально покажем, вот как надо. То есть, берем так. Лево. Право. Лево. Право. Лево. Право. Лево. Тут разворот. Все, сейчас до природы попробуем доехать нормально, без поломок, без всего, будет все прекрасно. Делаю вот так, вот так, вот так, вот так, вот, 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 вот. Тут красивый вот такой вот. Ну, пуск. Ну, чуть-чуть там не считается. Там вообще это пустяковое дело. В смысле, что машина несет? Без нового ведома. Колесо? А, колесо вот этого хода, по-моему. Ну ничего, я держу. Да, ее саму влево. Влево ее. Ага, без колеса остался. Класс. Ну, конечно, вообще. Давай, 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 давай. Хорош. Пробуем опять. Да, вот так. Вот так. Сейчас должен красиво пройти. Нифига засыю. Вот это да. Тут красиво. Нет, только не вырезайся. Это прям какие-то бэкворды. Бэкворд же это отношение. То есть там должно быть 90 градусов, короче. Тогда вот так. Вот так. Ау. Не, а давай еще красиво, это что? Это не дело. Так вот. Вот. На-н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 а. На-н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 а. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И хорошо, и молодец. И поехал. Ау. Ай, сломал. Ну и последний, так сказать, эксперимент. Будет мне больше ковид вот на это, на турбо-рейс. Может, тут нет дрифт, а это задний привод. Поехали. Какой-то заряженный чувак с Японии, видимо. Давай, давай, давай. Оп. Оп. Мне кажется, надо менее зацепистые колеса. Катрил так. Колеса. Как колеса найти? Уил. А, фига себе. О, нитруху могу установить. Ой. Точно, наверное, тогда пипец будет. Только мне бы вот найти как-то колеса. Колеса. А это тут нет. Ну ладно. Так пойдет. Ой. Наверное, вот с турбо вообще пипец будет. А ну вот. Ладно, спасибо. Оп-оп-оп-оп-оп. Не, погоди, так не пойдет. Давай вот так. Вот так. Так, нормально. Держак есть.
Оп. Дальше. Давай. Ой, ты даже не задел. Аварийка не запищала, значит, не задел. Как тут еще мотор не сломался? Давай, 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 давай. Она быстрая, это вообще жуть. Зашел бэквардом. Ладно. Получается тогда все. Заканчиваем. Ну сейчас посмотрим, давай еще сколько она, как она будет-то. Ну да, конечно, так быстро. Тут, ну, базара нет, очень быстрая машина. А можно и слететь? Я не верю в чудеса. А, ладно. А если вот так? Бам! Ну, вообще-то у нас был гриф. Ага, если что, изначально. А не дерби. О! Ай! Ну, блин, газ дозированным давать нельзя. И перекручивают. Жалко очень. Не желаете ли кофейку? Ладно, спасибо. Пока. В общем, лайков, подписка, там все дела. Вот. А мы заканчиваем серию на вот таком красивом кадре. Ну, как какой вам больше понравится, короче. Ну да, это было красиво. А, припаркованную машину. Или дерево защитит. Дерево защитило. Нормально. Пока, спасибо. Удачи. Лайк, подписка.